интересно, удалось ли вам пересечься на площадке и сыграть в кадре с нашими мэтрами? Нет, Инна Чурикова и Олег Басилашвили. Нет. Нет. Не пустили. Какой грустный вопрос получился. Там внимательно, там машина аварийная. Нормально. Кристина отправила свое сообщение на 6101, как ты уже успела заметить, именно вчера. Да, я написала «Доброе утро, Бигуди Люкс», уже вчера вечером она написала нам «Доброе утро». По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Охереть. Скотина, блядь, твою мать. Да ты какой-то ебанутый, блядь, сегодня. Ну в этот раз хоть поворот показал. Ой, охуеть, блядь. Есть, блядь. Дважды охуеть, блядь. Готовы, на. Какие ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну с нее. Ну, может быть, вы там хорошо воспитаны, что вас оскорбляет во время беседы с вами, кто-то ест или пьет. Потому что это неправильно, по этикету это не положено. Что бы что ни говорил, чьи бы злые языки там чего не обсуждали, этот номер телефона работает, да-да, 775583, кстати, его уже штурмует. Ребят, а что звонить? Подождите, подождите, не спешите.
Я ему сказала, туда едь через Светлану, обратно через Удельную. Скоро уже так и так. Ни хрена себе. Это что такое было? Это что такое-то? Я бы как те лучше я волговский. Чего шум так не хорошо. Чё? А чё он хочет? Ля-ля-ля. И заехал прям в дом. Твою мать! Куда уехал? Куда? Твою мать! Ой, придурок! Да вот дедок, он же не видел на себя. Тут конкретно запись видео аварии. Ой, бля, ну ты чё, слепой что ли? Ёбаный в рот. Или мы им предоставляем. Ой, блядь! Охуеть! Аня, отъедь. Woo!